Мы очень часто ищем пророков где угодно, но только не у себя. Мы забываем свою историю, мы ее стыдимся, мы пытаемся быть кем угодно, кроме нас самих. Это выражено и в том, что мы ищем причины и проблемы не в нас самих, а во внешних источниках. Мы не хотим посмотреть на свой исторический опыт, мы не хотим услышать себя и понять, кто мы есть. Получилось, что мы вдруг вытащили из величия российского духа его основную составляющую, интеллектуальную. Мы вытащили душу. И мы превратились во что? Мы только сейчас постепенно возвращаемся к себе. К народу тяжело работающему, к народу умному, к народу героическому, к народу самодостаточному. Вот нам надо помнить, кто мы. И надо помнить, что мы несем те самые ценности, которые могут дать совсем иное представление миру о пути современной цивилизации.